Привет, Ленин. Это перечисление профессий в какой-то игре или что? Привет, Слинг. Ламинеги завтра, вероятно, персона, да. По крайней мере, так я планировал. Надолго, часа на два. В игре. А, я понял. О чем ты? Опять та самая реклама Battle Royale, походу. Сейчас то Persona 2 это ненормальная игра. Тогда не знаю когда. Как раз через 2 часа на велик собрался. У тебя же позднее время. Разве нет? Зачем тебе ночью на велике кататься? На завтра. Они на эти бедные картинки разумеется. Хорошо. Не, завтра я думал цикад и там на неделю, возможно, 3D захвачу. И начнем СМТшку проходить. Так надо будет персон добить. 4 утра. Самое то. Ладно, неплохо. Ленин, а ты в итоге понял, в какой день тебе надо или нет? Или завтра вечером все станет известно? Это только рыбаков у озера и все. Я бы спал бы 4 утра. Нет, нет, зачем я нажимаю начать игру? Стоп, а что за бонусы? А, понятно. Да, завтра понедельник. Потому что, если что, мне надо будет тоже ехать в Москву, вероятно. Но мне надо в 2 часа дня в любой рандомный день на неделе. Типа, надо как-то узнать, что да как. Понять, кому из нас. Придется сходить. Я должен был к выходу дойти, но вроде накрылось. Ну то есть ты дома сидишь в среду. Ты просто говорил, то ли во вторник, то ли в среду тебе надо в Москву. Что говоришь? Надежный источник сообщил, что убийцу тетки Сатоши Куна нашли. А, не должен куда-то идти. Ну окей, значит я сам съезжу. Ее убийство прошло несколько недель. Естественно, где Сатоши Кун, по-прежнему никто не знал. Без новых сведений дело стояло на месте. И тут как снег на голову, касаясь со своим известием. То есть полиция разыскала виновника? Судя по рассказам, не то чтобы разыскала, он сам сознался, когда его допрашивали по другому делу. Что-то мне показалось неправильным. Будь пойманный Сатоши Куном, Касай бы так не говорил. Будто бы убийца был не Сатоши Кун, а кто-то другой. Касай, а кого все-таки поймали? Значит, все-таки не Сатоши Куна? Проглотила я в последний момент. Я верила, что убийца Сатоши Кун. Пожалуй, со мной согласились и полицейские, и Оиши.
Он потому и подступался ко мне, что сам считал Сатоши Куна виновным. Не волнуйтесь, не похоже, чтобы то был Сатоши Кун. Я так понял, какому-то психопату взбрело продолжить цепь загадочных смертей. Чего? Психопату? Какому еще психопату? Косе пожал плечами. Я и сам понятия не имею. Видите, расследование засекречено, поэтому мало что можно узнать. Засекречено? В смысле? Полагаю, это такая мера, чтобы не добавлять деревне дурной славы. Пока с похитителями ведутся переговоры, статей о похищении не печатают, правильно? Вот и здесь что-то такое. Между прочим, не помню, чтобы по телевизору или в газетах упоминался об убийстве тетки. Как-никак, уже 4 года подряд в день Ватанагаши случается всякая дрянь. А на свете полно всяких товарищей, которым проклятие, только покажи, сразу налетят. Точно, ведь этот псих, он как раз подражал цепи загадочных смертей, сам признался. Вряд ли Касай знал что-то сверх того, поэтому я принялась размышлять. Честно говоря, удивительно, я-то думала, что убивал Сатоши Кун, и что поэтому-то ему пришлось исчезнуть. Но вдруг получается, что на деле тетку прибил какой-то взявшийся из ниоткуда псих. Значит, Сатоши Кун не при делах? Тогда, если он не при делах, почему он пропал? Честно говоря, как-то внезапно это. И не укладывалось у меня в голове, что убивал другой. И потом, что-то неправильное почудилось мне в сказанном при четвертом загадочное убийство. Про четвертое загадочное убийство подряд. Ведь я считала, что нынешний случай сам по себе, то так уж сложилось из-за того, что его загнали в тупик и никак не связывало его с цепью загадочных смертей. Такое чувство, будто случай Сатоши Куна больше не его случай. Инмизавскую цепь загадочных смертей называют проклятием Айшира сама. Случай Сатоши Куна стал одним из звеньев цепи. Другими словами, случай Сатоши Куна слился с проклятием Айшира сама. Не нравится мне эта метафора. Ведь если продолжить, получится, что проклятие Айшира сама поглотило Сатоши Куна. Нужно будет... Да, это полезно. А, да, жаль, но подтвердить слух при Синкансен до Токио нам не удается. Да и того, в пределах ли он префектуры? Честно говоря, тоже. Произнес Суиши, сдирая фольгу с горлышка новой кофейной банки. А, надо же, а я думала, вы знаете, где он? Так жарко уверяли. Что виноват Сатоши Кун? Увы, но нет. Посмеиваясь, Уиши поставил передо мной кружку заваренного на кипятке кофе. Хорошие у вас уши. А? Расследование засекречено, а уж откуда-то знают. Ха-ха, плохо же работает наша контрразведка. Он со значением оскалился. Похоже, знает, зачем я пришла. Не забывайте, я все-таки с Надзаки. Наши уши далеко слушают. Ответила я с не менее значительной усмешкой. Все дело в умении набить себе цену. А, ну да черт с ним. Коли ж мы с вами на коротке, почему бы нам не поболтать? С вашего позволения, начну. Кто этот настоящий преступник? Я слышала, он ненормальный. Но что это значит? А вот именно, что это значит? Я бы и сам хотел знать. Опирался-то на то, что виновен Сатоши Кун. Прямо как приста к одному поставил.
Лошадка, упана, выиграла. Идешь, значит, в кассу. Хлоп-хлоп по карманам, а билета-то нет, потерял. Тяжело плюхнувшись на диван, Уиша скрестил руки на затылке и, глядя в потолок, натянуто улыбаясь, продолжил. На днях вдруг пришел звонок от префектурной полиции. Сообщили, что один из задержанных на допросе признался в убийстве домохозяйки. Домохозяйки. И кто же он? Да какой-то псих с амфетамином вместо мозгов. Как выйдет на свободу, так сразу его с дозой словят. Ловят, и все сначала. А вроде как ему понравилась хиномензавская цепь загадочных смертей, и он решил сам исполнить четвертое проклятие. Что-то вроде того. Значит, виновник правда он? Сам я с ним не встречался, но префектура утверждает, что некоторые подробности мог знать только виновник. Говорит, а оружие выкинул в Каналодзе. Сейчас там прочесывает дно. А если найдется, читай, дело закрыто. Кстати, а что... Я помню, помните, как в одной из глав в самом начале она началась с того, что нашли какой-то труп в сточной канаве. А чей он был? Там не говорилось случаем. И к чему оно там об этом повествовалось? А если не найдется, тогда что? Возможно, еще как-то доказать его слова? Да легко. Он точнёхонько описал место преступления и состояние трупа в таких подробностях, какие знать мог лишь нападавший. Нет, тогда не надо рассказывать, потому что... Если можешь в личку написать. И все же, вы не убеждены? Некоторое время тот в молчании созерцал потолок, заложив ногу за ногу. По правде говоря, тот псих помер задолго до того, как они позвонили. Помер? В тюрьмах едят такими ложковилками, знаете, как в некоторых школьных столовых. Вот он такой и подавился. Не знаю, на кой он ее глотал. Может, наложить руки вздумал, а может, крыша поехала. Представила, каково это проглотить ложку и задохнуться, невольно закашлялась. Поэтому нормального расследования не удалось провести. Но пусть я и недоволен, моим начальникам хватило и этого. Думаю, на том и порешат. Домохозяйку пришиб тот ненормальный, и дело закрыто. Уиша перевел взгляд с потолка на меня. Лицо его посерьезнело. Это мое личное мнение, хорошо. Ну, то есть, не рассказывайте никому. По-моему, с психопатом тем вышла какая-нибудь ошибочка. Может, какой-то серьезный ляп ввиду разных причин. А может, вы же понимаете. Боюсь, я вас совсем не понимаю, дядюшка Уиши. Лично я по-прежнему считаю виновным Ходзю Сатоши Куна. Категорично как? К прискорбию, непосредственно на месте преступления мы не нашли ни малейших следов преступника. После исчезновения Сатоши Куна удалось добиться разрешения обыскать дом, но и там ничего не нашлось. И тем не менее, вы продолжаете его подозревать? Да. Интересно, что заставляет вас считать человека убийцей без малейшего доказательств, без малейших доказательств? Поразительно. Это... Значит, чутье, выработанное многолетней службой? Верно, чутье того, кто годами топтал эту дорожку. Уиша горделиво усмехнулся, однако доверия у меня отнюдь не прибавилось. Ну и куда Сатоши Кун запропастился?
Одно его исчезновение наталкивает на мысль, что убивал он. Иначе бы зачем ему пропадать? Ну а если тетку и правда убил психопат, а исчезновение Сатоши Куна здесь ни при чем? Что, если Сатоши Кун пропал потому, что семье Санадзаки хотелось нас оторвать друг от друга? А тетки на убийство тут вообще ни при чем. Сатоши Кун – исполнитель или невинная жертва? Все менее и менее понятно, зачем ему исчезать. Что-то не верится, чтобы они взялись убрать с глаз долой кого-то лишь из-за того, что он заклятый враг, а кто-то из рода питает к нему любовные чувства. Кстати, а что вообще творится в роду Санадзаки? Вам известно что-нибудь по теме? Знала бы, не пришла бы. И то правда, и верно. Уиши расхохотался, почувствовав затылок, а затем, наклонившись ко мне, произнес: ну хорошо, а если так? Давайте заключим соглашение, джентльменское. Соглашение? Насчет чего? Мы обещаем делиться друг с другом сведениями, связанными с исчезновением Сатоши Куна. Будете узнаете что-то по своим каналам, будьте добры, поделитесь со мной. Так и я, само собой, буду делиться с вами, коль разузнаю чего, как идея. Что-то мне кажется, что для вас оно куда выгоднее. Уиши зычно расхохотался. Шион-сан, если оставим все как есть, убийца тетки останется давно мертвый псих. А тогда Сатоши-кун будет считаться простым сбежавшим из дома, то бишь интерес к расследованию мигом погаснет. Но я продолжу его, и я один продолжу его искать. И, полагаю, в этом деле у нас общие интересы? Правда, цели совсем различные, мне лишь бы знать, что с ним все хорошо, но вам-то, должно быть, хочется засадить его за решетку? А если дело в убийстве домохозяйки закроют, то Сатоши-кун получается невиновен. Что-то правда, она никого не волнует. Сомневаюсь. Уиши снова заухал. Однако глаза его смотрели без веселья. Что ж, давайте отныне союзничать. Как говорится, враг моего врага – мой друг. А с чего вы взяли, что главная семья Санадзаки – мне враг? А что, разве не так? Тогда прошу прощения. Так вот ты такой, какой, Уиши Курауда. Да уж, сеструха Касаем были правы, им лучше не враждовать, но и объединяться, не подумав, не стоит. Хитрый, изворотливый, настоящий Тануки. Пить хотелось не сильно, но я отпил из чашки, просто чтобы заполнить молчание. За окном расстилалась картина привычного мира, но в этом привычном мире не хватало Сатоши Куна. Как будто так и должно быть в привычном мире. Страшно подумать, то когда-нибудь я привыкну к жизни без Сатоши Куна. Где же он теперь? Знать бы, что с Сатоши Куном. Да, был бы он в порядке. Черт, а сами думаете, что он вряд ли он жив. Не утешайте меня. А знаете, как в Кинмидзаве называют исчезновение Сатоши Куна? А? Рассказывают, что его похитили демоны. Похитили демоны тоже, что унесли призраки. Такое особенное местное выражение. А демоны утащили его к себе на дно болота Анигафучи? Бред полный. Как бы оно там ни было, теперь серия загадочных смертей насчитывает 4 года. А вроде бы рано еще разговаривать, но в народе уже толкуют о следующем году. Из тетканой смерти виновата проклятие Айширы сама? А если взглянуть издалека, жертва то еще одна Ходзи. И нельзя сказать, что с врагами деревни она не связана. И что удивляться, что люди проникаются любопытством, коли этот вот Нагаши не обошелся без смерти.
«Глупости. Проклятие Айшира сама? Что она такое?» — сказала я, но сама не могла избавиться от охватившего сердца дурного чувства. «Почему Сатоши-кун пропал? Из-за Санацаки, не желавших нашей любви? Он сбежал куда-то, чтобы не попасться полиции? Да и вообще, он ли убивал тетку? Нет. Вообще, почему он вообще пропал? Сатоши-кун, Сатоши-кун, проклятие Айшира сама, к нему не относится. Постой. Что-то не то. Сатоши-кун и проклятие Айшира сама. Кажется, кто-то упоминал их вместе. Когда же я это слышала? Точно. Тот дождливый день, когда мы прятались от дождя под навесом автобусной остановки, мне рассказала про них Рюгурена. Ах, в мозгу ожил жуткий рассказ о Рюгурене. Блин, я этого рассказа не помню, кстати, чтобы он был. Потому что у нас был перерыв где-то в 2 недели, по-моему. И чё-то лол. Где-то в глубине души Сатоши-кун думает, вот бы остановить Хинамизаву, да сбежать куда подальше. Так сказала Рюгу Рена. А не, я вспомнил. Верно, Рена прямо сказала, что Сатоши-кун хотел покинуть Хинамизаву. Это было в этой главе, я вспомнил. Внезапно. А еще она сказала вот что. Все, через что он проходит, признаменование, проклятие, Айшира сама. Именно, так и сказала. Она прямо назвала проклятие Айшира сама. И на Мизавской цепи загадочных смертей добавился очередной год. Что, если проклятие Айшира сама завладело разумом Сатоши-куна и заставило его убить тетку, а потом исчезнуть, похищенного демонами? Глупость. Проклятий не бывает. Улыбка Сатоши-куна, светившаяся в моем сердце, все больше расплывалась, искажаясь, чтобы в конце концов бесследно исчезнуть. Сатоши-кун пропал, и не он один, пропал и повод исчезнуть. Мы живем в мире людей, его устранили, сомнений нет, я не приму того, что его унесли демоны. 43-я страница тетради. Мне показалось холодно сидеть рядом с кондиционером, поэтому я встала и пересела. Позвякивавшими на брелке ключами, картонный стаканчик чая с молоком, на котором уже выступила противная пенка. Взяв все в охапку, я пошла на другое место. Усевшись, я снова раскрыла тетрадь и погрузилась в размышления, которое время от времени записывала. Хинамизавская цепь загадочных смертей, также известна как проклятие Айшира сама. Для большинства людей, включая меня, была она хоть и цепью, но цепью отдельных событий, мало друг с другом связанных. Сложно было представить ее одним крупным делом. Но вот перенесешь на бумагу все происшествия, и сразу становится видно, что все они служат одной цели. Я столбиком выписала жертву. Первый год – начальник строительства. Второй год – родитель Сатоши-куна. Третий год – священник. Четвертый год – тетка Сатоши-куна. Правда, в четвертом году жертвой можно назвать скорее Сатоши-куна, нежели его тетку. Если соединить их всех враждой со времен Дамбовой войны, объяснение будет проще простого. Начнем с первого. Начальника стройки убили, потому что начальник олицетворяет врага, саму дамбу. Разумеется, настоящие враги были Министерство строительства и вообще сам государственный аппарат. Однако ясный образ врага из них не получался. А вот начальник стройки был рад при случае осыпать жителей злобной бранью, так что более подходящего врага в деревне бы никто не назвал. Если бы Айшира сама
И правда, проклял кого? То проклял бы он строительное министерство или саму верхушку правительства. В том, что прокляли самого понятного жителям врага, отобразилась очевидная воля деревни. Далее, второй год. Случай с падением родителей Сатошикуна. Как объявили, те случайно свалились со смотровой площадки. Но сомневаюсь, можно ли их гибель назвать правда случайной. Следующими после прораба врагами оказались родители Сатошикуна, как изменники, выступавшие за дамбу, несмотря на то, что жили в деревне. Как-никак, во время войны Ходзю показали на собственном примере, как в деревне поступают с предателями, тем самым предотвратив любые поползнения к измене. Так что время войны они, благодаря своей роли предателей, были необходимы для пропаганды. И поэтому, когда война завершилась, они стали не нужны. Начальник стройки, олицетворение внешнего врага. Чита Хоти, олицетворение врага внутреннего. За 2 года проклятие расправилось с ними, и вроде бы тут и конец дамбовой вражде, но нет, за ними последовал 3-й год зачистки. Итак, 3-й. Внезапно умер глава одной из 3 великих семей, священник из рода Фуруде. В ту же ночь его жена утопилась. Ну там, кстати, да, по-моему, это дело было не у остановки. Рена говорила с Шион, когда они куда-то там шли. То есть это было по пути. Или хотя. Или та о чем Слинг. Внезапно умер глав одной из 3 великих семей, священник... Говорят, в предсмертной записке она сообщала, что смирит гнев Айшир сама собственной жизнью. Однако, даже если все так и есть, его сморила болезнь. Она утопилась, подозрения остаются. Не-не-не, он не про труп. Про труп я спросил о том, что в сточной канаве был какой-то труп в какой-то главе, и я спросил, что за труп. В итоге я вспомнил, что это такое было. Вот. А касательно остановки, это уже про другую тему. Когда Рена сказала о том, что Сатоши Кун хотел сбежать из деревни, и упомянула проклятие Айшира сама. Я помню, что Рика ее встретил на остановке этот Дексив, у которого жена там была в Токио, по-моему. А Рена и Шион говорили об проклятии. По-моему, под дождем, но не на остановке. Или все так, я просто тупой. Что вероятнее всего. Блин, не надо делать большие перерывы между этими. В рамках одной главы, а то... Не, я запутался. Однако, даже если все так и есть, его сморила болезнь. Она утопила... А, ну я читал. Короче, сомневаюсь, что игра, она это, ошибается в своих же показаниях. Мион признавала, что семья Санадзаки не особенно любила священника. Воинственным сопротивленцам не нравилось, что священник предпочитал оставаться в стороне, когда всей деревне следовало стать одним целым. Предателем его не считали, но строптивым вполне. Если поглядеть, видно, что проклинали по враждебности деревни в сторону уменьшения. Сначала врага, потом предателей, а после них раптивца. Понятно, значит, проклятие – это расправа. Расправа с преступниками дамбовой войны. И, наконец, 4-й год. Честно говоря, его я не совсем понимаю. Сперва я считала, что дело не имеет отношения к уже 4-летней серии подобных случаев. Я думала, убийство не относится к остальным трем. Хотя случайно оно в тот же самый день.
Но вот я рассматриваю убийство тетки объективно и вижу, что тетка была родственницей предателей. После цепочки из врага, предателей и строптивца, новое звено – родственница предателей. Удивление не вызывает. В качестве четвертого звена вполне подходит. День, когда деревня поклоняется своему божественному покровителю, а Ишира сама преступников дамбовой войны разит смертоносное проклятие. Точно, как меня заставили расплачиваться в поместье, так и те ответили за свои проступки. Возможно, и четвертый случай сюда как-то относится, подумалось мне, когда я вывела все вышеописанное в тетради. Сатоши-кун убил или тот, признавшийся наркоман. Кому-то из них не оставили выбора, кроме как сыграть убийцу в одной из частей сценария, включающего в себе тебя все 4 года. Даже если убивал Сатоши-кун, даже если поводом послужила домашняя обстановка, все равно выходит, что убийство – часть хинамидзаской серии загадочных смертей, иначе говоря, зачистки военных преступников. Но убийство его толкнул в горький тупик, в который его загнали. Но что, если все кто-то продумал, как часть одного большого сценария? Значит, кто-то намекнул ему, что надо забить до смерти тетку именно на то число, в тот вечер и в том самом месте? Несомненно, тяжелому решению его подтолкнуло желание защитить Сатока. Но правда ли он сам дошел до мысли убить тетку? Такой знакомый мне Сатоши-кун, жизнерадостный, немного рассеянный Сатоши-кун, как бы он ни заботился о сестренке, разве мог он сам спланировать убийство собственной тетки? Скажем, вдруг существует какой-то план, по которому загодя выбрали, как погибнуть четвертой жертве тетки. И кто-то воспользовался положением детей, вот все. И потом Сатоши-куна, как знающего этого кого-то, убрали? Если подумать, первое убийство довольно похоже. Несмотря на усердные розыски, главного убийцу по сей день не нашли. И точно так же неизвестно, жив ли он. Пойманные показали, что началось все с небольшой стычки. Но не мог ли главарь нарочно поспособствовать обострению? Что, если кто-то ему намекнул, что надо бы убить того-то в тот день, в тот час и в том самом месте? Да, первое убийство очень похоже на случай Сатоши-куна. Значит, Сатоши-куном кто-то втайне управлял? Уиши предполагал, что Сатоши-куна могли убрать, чтобы помешать мне вводить дружбу с убийцей. Но теперь, перечитывая написанное, я вижу, что вопрос исчезновения не решался наспех. Нет, ним давно все решили, его спланировали. Так как моего вмешательства в план не подразумевалось, нас разлучили. А затем, не тратя времени попусту, Сатоши-куна планово унесли демоны. Сперва мне тоже казалось, что убрали Сатоши-куна из-за того, что сестре-близнецу будущей главы Снадзаки не позволялось любить Сатоши-куна, мальчика из семьи Ходзи, семьи предателей. Но что-то выходило не так. Где-то получалась ошибка. К его исчезновению я отношения не имела. Даже если бы мы никогда не встретились. В июне 57-го года Сёва он убил бы тетку, а затем бесследно пропал. Когда-то я думала отомстить бабке. Я верила, что Карге просто хотелось нас разлучить. Но что, если наши отношения тут ни при чем? Ну и что же тогда? Получается, кто убрал Сатоши-куна? Чтобы разгадать эту загадку, мне придется бросить вызов хинамидзаской серии загадочных смертей. Что они означают? Кто их замышляет? Сколько и ради чего? Умысел, назначение и виновник. И кто Сатоши-куна? И узнать бы, что с ним. Хинамидзаская цепь загадочных смертей равнозначно проклятию Айшира-сама. Что же такое это проклятие Айшира-сама? Да вообще, что за бог он? Этот Айшира-сама. Как он благословляет, как проклинает.
Через Юрка гулявший карандаш мысли попадали в тетрадку. А Ишира сама, кто же ты такой, а? Что ты из себя представляешь? Мысли мои запутались, а вместе с ними и карандаш. Поэтому, когда до меня дошло, что за спиной уже давно кто-то стоит и подглядывает в тетрадку, я почти что вскрикнула от испуга. «Прошу прощения, напугала!» Произнесла женщина на вид большого ума. «Нет, так чуточку не ожидала. Прошу прощения, если смутила вас. Неплохо бы ей извиниться за то, что подглядывала через плечо. Однако та, не думая извиняться, лишь внимательно разглядывала мое лицо». «А Саназаки Шивансан?» «Просто знаете, как меня зовут, хотя раньше мы не встречались. А значит, вы знакомы с сеструхой? В таких случаях близнецам быть неприятно. Меня узнают те, кого я в глаза не видела». «Прости, а знакомая мне Саназаки-сан, в жизни бы ее не зашла в библиотеку. Поэтому я посчитала, что ты та самая сестричка-близнец, Шивансан». Женщина весело рассмеялась. «Так и есть, меня зовут Саназаки Шиван. Рада встрече. Простите, но не могу ли я узнать ваше имя?» «Ах, извиняюсь, забыла представиться». Я в ее любовью расчесывая длинные волосы, женщина назвала себя Такана Мио. «Можешь звать меня Мио Шунчан». «Благодарю вас, Такана-сан». Никак не удавалось избавиться от ощущения какой-то снисходительности с ее стороны. «Терпеть не могу, когда незнакомцы глядят на меня свысока. Поэтому я закрыла тетрадь и встала, показывая, что не хочу ее общества». «Ого, никак ты сердишься?» «Благодарю за проявленное внимание. Я предпочитаю размышлять в одиночестве, поэтому пойду на другое место. Извините, до свидания». «Какая жалость. А мне казалось, мы составим друг другу приятную компанию». «Да, мне так не кажется. Ведь я наконец нашла единомышленника в изучении проклятия Айшира сама. Часто ли такое бывает?» Мое лицо зарозовело. Она видела, что в тетрадке. «Неважно, это так, бред. Выдумки всякие. Глупости, ребячество, не обращайте внимания». «Тип загадочных смертей, известная как проклятие Айшира сама. Хотя все они кажутся не относящимися друг к другу. Неопределенно служат одной цели. Каждый год кого-то убивает проклятие Айшира сама. А кто-то исчезает, выбранный на роль жертвы». О, а о чем это вы? Одного убивает проклятие, а другого? А другой что?» Выдавила я, запинаясь, огорошенная чутной тирадой. Но тут же сообразила, что говорит она вовсе не бред. «Скажи, ты заметила, что число жертв каждый раз четное? Или, скорее, ты до этого еще не дошла?» «Число жертв каждый раз четное?» Я начала вспоминать все случаи, одновременно пытаясь привести мысли в порядок. В первом году погиб начальник стройки. Один. Во втором году родитель Сатоши Куна, значит, двое. В третьем году один священник. Хотя нет, если самоубийство жены тоже ходило в план, тогда опять двое. А в четвертом году прибили тетку, а Сатоши Кун пропал. Если исчезновение Сатоши Куна также было задумано, значит, жертв двое. И правда, во всех случаях, кроме первого, количество жертв четное, двое. Так, погоди, я ж сама только что заключила, что случай в первом году очень похож на четвертый. Зачинщика до сих пор не нашли, а значит, как и Сатоши Куна, его могли унести демоны. Ну что, так оно? Она сейчас очень напоминала учительницу, объяснявшую нерадивой ученице трудную математическую задачу. Я не выказывала согласия, однако и возразить не могла. Полагаю. Хватит подсказок. Конечно, неплохо было бы болтать подольше, но что поделать, если тебе нравится одиночество. Простите, что была с вами невежлива, Мио-сан. Прошу называть меня Шион. По-видимому, то быстро пошла на понятный. Попятный. Ей понравилось. Женщина довольно захихикала. Что-то сомнительное в ней было, в этой Такана Мио.
Сказать на чистоту, не хотела заводить с ней знакомство. Однако с новыми людьми я встречалась редко, и поэтому не могла скрыть любопытство к тому, о чем рассказывала новая знакомая. Позволь еще раз представиться. Акана Мио. Буду рада, коли станешь звать меня Мио. Приятно познакомиться, Мио-сан. Меня зовут Санасаки Шион. Прихожусь младшей сестрой Мио. Прошу называть меня Шион. Мио-сан с лукавым видом протянула руку, и я, так сказать, в знак применения пожал ее. Пожалуйста, повторите, как вы сказали? Жертв, говорите, всегда двое? Одну берет проклятие, а другую, кажется, приносит жертву? Послушай-ка, Шион-чан, позволь для начала спросить, а ради какой цели оно тебе надо? Чуть подавшись ко мне, она заглянула в глаза. Приятным я бы это не назвала. Мио-сан, а вы сами сколько про меня знаете? Если достаточно, то, думаю, догадываться вполне можете. Ну, разве что. Да ты недавно вернулась в Экиноми из интерната, в котором обучалась несколько лет? Вот как? Тогда, думаю, вам не составит труда догадаться, что я из любопытства пытаюсь узнать побольше о загадочных смертях, произошедших за время моей отлучки. Понятно. Любопытство, значит. Почему-то, видимо, потому, что она сразу распознала во мне Шион, мне казалось, она должна знать обо мне и Сатоши Куни. Сама не знаю, почему так. Откуда у нее взяться разведки наподобие разведки Охиши? Только было в ее взгляде что-то, заставляющее считать ее знающей все на свете. У меня к вам тоже вопрос есть. Вы вот назвали меня единомышленником в изучении проклятия Айшира-сама. Из-за чего вы его изучаете? И еще вы сказали, что число жертв каждый раз четное. Верно, Хинмизавскую цепь загадочных смертей в народе называют проклятием Айшира-сама. Как получается, что исследование проклятия приводит к исследованию серии загадочных смертей? Чересчур, много вопросов, Шион-чан, и я не пойму, что ты хочешь услышать? Ой, я заткнулась. И впрямь, не следует сыпать вопросами, если не хочешь запутать. Итак, отвечу по очереди. Я занимаюсь исследованием, не проклятие. Мой интерес куда более обширен. Это история и обычаи деревни Анигафучи. Если проще, то я изучаю темную, известную историю древней Хинамидзавы. Деревня Анигафучи? Анигафучи – это же вроде то бездонное болото со деревней, про которое говорят, что ведет оно в царство демонов. И какая еще темная, безызвестная история. Я буквально забрасывала ее вопросами. Ее сам счастливо улыбалась, несказанно довольная, слышать такие вопросы. Анигафучи – так называлась Хинамидзава в старину, в наступлении эпохи Мэйдзи. Но темная история, ну, об этом ты должна чуть-чуть знать. История это история демонов, людоедов. А сказки про демонов, людоедов? В Хинамидзаве кочует одно предание. Дескать, давным-давно со дна болота поднялись демоны и стали биться с жителями деревни, но в конце концов зажили с ним в мире и согласии. Кровь деревенских смешалась с кровью демонов, и они стали горными отшельниками, чародеями, полудемонами, полулюдьми. Такая вот сказка, рассказанная кем-то когда-то, вспомнилась мне сейчас. Верно, в Хинамидзаве и в ее окрестностях не найдешь того, кто бы не знал это предание. Ну а знакомы ли тебе рассказы о том, как эти самые полулюди-полудемоны спускались к подножиям гор, похищали и пожирали людей? Простите, что? А доводилось тебе слышать, половины демоновой крови, текущей в жилах, на самом деле кровь демонов-людоедов. А, ну да, говорят и такое. Ответила я, уклончиво улыбнувшись. Прежде Хинамидзава была глухой, непереветливой деревушкой. Однако, с концом Второй мировой, она вдруг убирала силу
и широко распространила свое влияние, от которое попало и Акиномию. И, как я знала, те, кто недолюбливал и презирал выходцев из Химизавы, обзывали нас демонами-людоедами. Блин, по-моему, дропы начались опять. Внезапно. И чего делать будем? Ну, в прошлый раз вроде, кстати, помогло более-менее вытаскивание, точнее, ну, типа отключение роутера на некоторое время. Но не уверен. Ну да, дропов ты не слышишь. Ну ладно, я очень такой визуальный и не шибко. Просто иногда до нуля кидает внезапно. Ну вот, например, вот сейчас что-то было должно быть. Так. Клевета не особо заботила нас. Молодежь, однако, старики страшно ярились. С ними такого на шутку не спешишь, не спишешь. Так что среди нас название «демоны-людоеды» считалось грязным ругательством, и мы им не пользовались. Даже в самые бурные дни моего переходного возраста. Однако Мия-сан без малейшего стеснения употребила название, которое даже я считала запретным. Без отдела? Что? В деревне много кто ненавидит название демоны-людоеды. Если за дело, прошу меня извинить. Старикам не нравится, но мне, что ж, мне все равно. Продолжайте, пожалуйста. Спасибо. Итак, продолжим. Старину селяне, по-видимому, имели привычку... Микробуферы подъехали. Ну вот там... Ну, короче, гоу я это. Опять попробую роутер отключить. Буквально какое-то время, а вот она отойдет. Если нет, то если что, я сохранился. Ну, где-то минут через 5 увидимся, значит. Хотя, по-моему... Нормализовалось, кстати. А, нет, дроп. Ладно, пойду на всякий случай ребутну.